Итак, сегодня у нас на обзоре электросамокат Метис китайского производства. Интерфейс руля, как у многих самокатов. Ручка газа, включение-выключение, регулировка бортовым компьютером, скорость на компьютере, зарядка, пройденный пробег, переключение скоростей имеется. Здесь у нас свет, кстати, горит. Также подсветка идет, задний ход. Также имеется стоп-сигнал на этом ходе заднем. Имеется сигнал. У самоката подложка вот такая вот из кожи зама. Ну ничего так, в принципе, красиво. Здесь сиденье устанавливается. В нашем случае сиденье снято. Так, подножка стандартная. Далее у нас имеются впереди амортизаторы передние. Не знаю, насколько они работают так хорошо или нет. Здесь у нас складной механизм. Ну, я бы сказал, качество такого среднего. В принципе, пока нормально, пока ездит новый самокат. Также имеется у нас впереди и сзади дисковые тормоза, а также амортизации. В нашей модели данные установлен аккумулятор 10 ампер часов. Много или мало, даже не знаю, как сказать. Есть меньше. На данный момент, на данной модели есть минимальный аккумулятор 8 ампер часов, максимальный 20. Это получается, ну, где-то ближе к середине. Минусов пока у этого самоката не было выявлено, так как куплен он буквально, можно сказать, сегодня, да? Первый день катаемся. Это мой самокат Next Drive. В принципе, нормально. Так, что еще рассказать о нем? Какую он скорость развивает? 30 км в час развивает в зависимости от ездока. Если я сяду, он чуть поменьше будет ехать. Полегче пассажир будет побыстрее ехать.